Алексей Александрович Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии в 1945-1946 годах. Биография А. Кузнецов родился 7905 года в Боровичах. Трудовую деятельность начал в 1922 году рабочим лесопильного завода в Боровичах. В 1924-1932 годах на комсомольской работе в Новгородской губернии и Ленинграде. Член ВКП с 1925 года, а с 1932 года на партийной работе. Инструктор Ленинградского горкома, заместитель секретаря, секретарь райкома в партии в Ленинграде, заведующий отделом обкома. С 1938 года второй секретарь Ленинградского горкома ВКП. Во время Великой Отечественной войны член военных советов Балтийского флота, Северного и Ленинградского фронтов, генерал-лейтенант. Член ЦК с 1939 года в 1945-1946 годах первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, был привлечен к атомному проекту СССР. Усилиями директора Радиевого института В.Г. Хлопина и А. Кузнецова получил дополнительные помещения. Решение о выделении площадей было принято специальным комитетом в ноябре 1945 года. Осуществлялось председателем оперативного бюро Совета народных комиссаров РСФСР А.Н. Косыгиным и представителем Госплана в специальном комитете Н. А. Борисовым, член Оргбюро ЦК 18 марта 1946 года, 6 марта 1949 года, секретарь ЦК 18 марта 1946 года, 28 января 1949 года, по некоторому утверждению, с правом ведения заседаний секретариата ЦК в 1946-1949 годах начальник управления кадров ЦК ВКП с февраля 1949 года секретарь Дальневосточного бюро ЦК партии, присутствовал на июньской философской дискуссии 1947 года, депутат ВСССР от 1 до 2 созывов с 1937 года, арестован 13 августа 1949 года по ленинградскому делу вместе с Эмой Родионовым и П.С. Попковым в кабинете секретаря ЦК ВКПГ Маленкова, военной коллегии Верховного суда СССР 30 сентября 1950 года, приговорен к расстрелу, расстрелян 1 октября этого же года, реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 30 апреля 1954 года, 26 февраля 1988 года КПК при ЦК КПСС подтверждено членство в партии с 1925 года, наградой 2 ордена Ленина, 4 других ордена и медали, семья, жена, Воинова Зинаида Дмитриевна, дочь Алла была замужем за сыном Анастаса Микояна Серго, сын Валерий, был женат на дочери В. Я. Колпакчи, работал зам начальника главлита СССР, затем в ЦК КПСС. В годы перестройки был первым помощником члена Политбюро А.Н. Яковлева, дочь Галина Алексеевна. Память. В память об Алексее Александровиче Кузнецове назван проспект в Санкт-Петербурге и улица в Г. Боровичи Новгородской области. Памятная доска Алексею Кузнецову установлена по адресу Романов, переулок, дом 3, где он жил с 1946 года.